Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на полевом городе в Краснодаре. В этом видеоролике мы поговорим о двух типах световых ловушек для мониторинга численности насекомых в посевах сельскохозяйственных культур, расскажем о их технических особенностях, а также вы увидите уникальные кадры ночной съемки работы ловушки. Итак, перед вами коническая световая ловушка, установленная в посевах кукурузы. Привлекающим элементом для насекомых является ультрафиолетовый светодиод. Данный тип ловушек является полностью автономным. Они снабжены аккумулятором, который заряжается от солнечной панели. Также в ловушке имеется световой датчик, который включает ультрафиолетовый светодиод при наступлении темноты. Здесь мы можем наблюдать индикатор, показывающий работу аккумулятора. И, пожалуй, главная часть данной ловушки – это, конечно же, насекомоприемник, куда попадают отловленные насекомые. Второй тип светоловушки выполнен в форме домика. Также привлекающим элементом является ультрафиолетовый светодиод. В ловушку устанавливается клеевый вкладыш, где закрепляются отловленные насекомые. Данный тип ловушек также может работать от солнечной панели. Дорогие друзья, сейчас мы наблюдаем нашу светоловушку в действии. Как мы видим, привлекающим элементом является ультрафиолетовый светодиод, на который летят насекомые. В насекомоприемнике уже достаточное количество различных видов насекомых, начиная от чешуекрылых и заканчивая различными видами жуков. Друзья, ну а вот и вторая модель светоловушки в форме домика. Также привлекающим элементом является светодиод. И вот мы можем наблюдать на клеевом вкладыше также различные виды насекомых. Ловушка в действии, ловушка работает. И в завершении наших ночных съемок хочу сказать, что действительно, светоловушка оправдывает себя и отлавливает массово различных видов насекомых.